Российского музыканта и лидера группы «Ногу свело» Максима Покровского, переехавшего в США, начали разыскивать в России за долги. Об этом сообщает «Комсомольская правда». По данным издания, общая сумма задолженности музыканта составляет 139 тысяч рублей и связана с коммунальными платежами за принадлежащую ему квартиру, расположенную на северо-западе Москвы. В середине февраля управляющая компания выиграла суд у Покровского, который недоплатил по коммуналке 87 тысяч рублей. Исполнительное производство возбудили судебные приставы. Кроме того, по налогам, исполнительским сборам и другим платежам музыкант должен еще 52 тысячи рублей, говорится в публикации. Сообщается, что сейчас Покровский с семьей проживает в таунхаусе, расположенном в Нью-Йорке. Недвижимость в США музыкант приобрел в ипотеку, по которой должен выплатить еще 539 тысяч долларов, около 41 миллиона рублей.